Всем здрасте, доброе утречко. Появилось у нас непреодолимое желание послушать музыку земли. Ну и в 4 часа утра по свежим покосам мы решили сегодня через лес не ломиться, а просто отдохнуть. Времени у нас немного, часа 4, дальше дела. И пчелки в том числе. Смотрите, там ролик выходил, не выходил, не знаю. Поле. Мы здесь когда-то ходили, когда-то начинали вот на соседнем поле, еще там много лет назад поисками заниматься. Но вот это поле никогда не скашивали вдоль реки. Сейчас они его скосили. Цель посмотреть там. Вот вдоль реки за моей спиной. Вот это вот достаточно интересно. Потому что, вот, допустим, на том поле нам попадалась чешуя вдоль реки, только на той стороне. Ну, река маленькая сейчас на данный момент, конечно. Вот. Пойдем посмотрим, что-нибудь. Мусора будет много, скорее всего. Но, может быть, что-нибудь и найдем. Вам покажем. Сами порадуемся. Ух, погодка. Хреначит. Дождь такой мерзкий. Вау! Чего такое? Это говно. Чего там, совсем беда? Это просто вообще. Первая находка. Лепесток целый, но сожранный. К сожалению, грунт здесь беда. Удивительно, какушка-то осталась еще. Угу. Вот так вот. Ну и проволока всяческая. Ходим, изучаем. Вон, убитый поле, к сожалению, у нас прогнал сильный дождь, нижние вот низкие тучи идут, постоянно льет, плюс еще там очень почва такая, глина, лужи, все перемазались как черти, ничего не нашли, переехали. Ну, пока думаем, что делать будем дальше. У нас, в принципе, еще есть сегодня чуть-чуть и завтра утро. Вот, а вы пока не переключайтесь, вам, может, еще какой-нибудь в мире животных снимем. Опаньки. Так вот. Делать было нечего, и приехали мы в один известный лесочек. Здесь потому, что можно от этих дождичков прятаться. Не успели отойти от машины. Вот она, собственно, стоит. Как на хорошей достаточно глубине выпрыгивает вот такая находка. Штык, да. Посмотрите, какая. Мы такую не находили. У нас, кстати, есть книжица, потом покажем, очень интересная. Про все пуговички. Смотрите, какая. Что там написано? Потом в каталоге посмотрим. Посмотрим, да. Ой, где фокус? Вернись. Люб предположил, что это судебное. Ну, я помню, они с башенками такие, судебные какие-то были. На, да, даже с ушком. Внутри металл еще черненький. А? Обалденно. Ну, это точно вот неожиданная находка. Я же сказал, что хочу сюда. Хочу, ну ладно. Сегодня лес не
торопливый. Вон птица какая-то интересная. Не одна. Комары медлительные такие, подлетают. Короче, сейчас вот из ямки, где вон, улетела такая штуковина. Поржали. Смотрите. Какие-то панкующие металюги ходили здесь за грибами. Ну да. С красным глазом. Ну, видимо, второе полиция. Чума. Вот и нашли мы то, что искали. Во всяком случае, сегодня точно. Ой, очень глубокий сигнал, плюс... Просил крестик. Да, цель маленькая. Где-то, наверное, ну, две трети штыка. Еле зацепил. Думал, какая-то фольга глубокая. Он, конечно, чуть-чуть подъеденный. Смотрите. Да нет, он нормальный. Ну, уголки-то. Ну, уголки, да. Вот это 15 век, телевичок. Такая красотулька. Ну, другое дело. Видишь, ели как ветки располагаются. Опять мы тут заспорили. А у сосны наверх. Какие нет, елки, нее... какие сосны старые. И кора у нее по-другому трескается. Вон сосна, видишь, рыжая. Рыжая? Вот. Это была сосна. Ладно, нашли мы, короче говоря, вот такую нору. Не слабую. Ребят, кто разбирается, чья это нора? Но это не лисья нора, это по ходу дела барсучати. Вот, похоже дело на след, достаточно крупный. Я могу, конечно, ошибаться. Ну, прям здесь нарыл. Он и ход уходит вот туда. Так вот, пошел. У нас одни грибы, лисички. И ни хрена больше ничего нету. Утро следующего дня, а у нас пока что не рубля. Переехали мы из тех чудесных лесов. К вопросу о том, зачем мы там ходим, объясняю. Вдоль этих лесов, с одной и с другой стороны, с одной-то уж точно, был каскад поселух древних славян, который мы благополучно как бы обследуем периодически. Естественно, в этих лесах находки тоже попадаются. Нечастые, но попадаются. Поэтому мы уходим. То есть там бессистемное хождение. Там дорог, естественно, мы не найдем. 700 там лет прошло примерно. Ни карт, ничего не было. Да и все уже перевернулись 100 раз. Но иногда что-то выскакивает. Ну, как кресало из предыдущего видео. Вот. В лесах ходить нужно в таких. Движух там была. Вот, ну пока ничего нету. Травы много. Участочки, где вокруг елок, нормально обследуется, все остальное травище. Приехали еще одно место. Также сейчас будем смотреть. Да непонятно. Посереть поле. Лук валяется. И костровище засыпанное. Наверное. Еще пока не проснусь. Посмотрим. Идем в лес. Очень много травы в лесу. Ну, как я и говорю, сейчас достаточно. Все места, которые хочется посмотреть, все в траве. Вот здесь нашли участок, где вот эта вот ряска, как я ее называю. Как она называется? Кислица. Кислица, да. Вот. Ну и выскочил крестик очередной. Очень красивенький, целенький. Датировку, честно, не знаю. Это что-то более позднее. 18-й, да. Очень симпатичный, целенький. Стою под орешником. Вон у нас орешки будут. Потом размышлизме о археологическом туризме. Это у меня тут. Дорога, скорее всего, шла не там, где вот сейчас идет современная. Ну, вот где мы нашли тропинку. Значит. А вот мы прям идем, вот где я крестик нашел. И прям прослеживаются черные сигналы. И внизу тоже я спустился, но тут опять же травы много. Ну вот, размышлизм на тему мест для осенних, поздних покопушек. Вот эта тема. Внизу река. Здесь только на этой реке было, по-моему, штук 5 мельниц. Не считая переправ, мостов и всего остального. Соединялись деревни. Вот. Ну, представляете, да? То есть
какие-то спуски, какие-то что-то. Кто-то съехал на задницу, что-то потерял. Но это у нас на осень, на этот год столько, что нам осени не хватит. Или работу надо бросать. Это я, конечно, шучу. Вот. Когда пьянка мешает работе, бросайте к чертовой матери эту работу. Шутка такая была. Интересно. Пока ходим, как разведка, места себе обозначаем. Так-с. Блин, хорошо сейчас. Свежо, дождя нет, но будет. А вон тетя Люба у нас. Ладно, размышлизмами. Этого находок больше не станет. Погнали дальше. Вышли к машине из леса. Все, у нас осталось там часик-полтора. Решили походить. Если на этих полях много чешуи было. Здесь вот травища. А мы пойдем по накатам. Здесь они совпадают со старинными, вот по этим каскадам. И выскочила монета. Похоже, 19-го. Здесь внизу, но мне не видно. 2019, ну, да? Ну, естественно. Свежая, короче, монета импортная. Что она тут делает? Да, 2019 год. Вообще. Да, да, да. Во, прикол-то. Что только не найдешь. Ну, наверное, да. Прикольно. А? Звенела, ну как это сказать, проволока. Что-то типа того. Ну такой, более звонкий. Да. Очень комфортно ходить вот по таким накатам. Выскочила какая-то подвесочка. Здесь поля, блин, да. Поля здесь старинные. Здесь не только чешуя была. Здесь и кое-что пораньше. Такая штучка. Воды не взяли. Угу. Повернем налево и пойдем вот туда. Я вот хотела вот этим пролеском пройти. Ну, если получится. Если получится. Выскочила какая-то странная пуговица. Без ушка, к сожалению. Но какая-то интересная. Сейчас посмотрим. Размер такой нетипичный, я бы сказал. Так, вот так. И здесь герб. А что это такое-то хоть? Чей-то герб. Попробую снять. Видно? А, да, вон корона. Видите, да? Шторки. Вот такая. Ладно, поизучаем. Если найдем, прикрепим. Так, травяные похождения закончились. Вчера в общей сложности часа 4. Утром часа 2 и вечером. Ну и сегодня часа 2 с половиной, да, время 9 с пол седьмого. Ну да. Вот. Результаты вы все видели. Две пуговки, три крестика, скромненько. Подвесочка, монет нет, даже советов нет, странно. Травы не дают. Много травы, много. Зато очень много наразведывали мест, которых нужно будет по осени пробивать. А может и по весне. А может и по весне, а может и по зиме. Зачастую с нашими нынешними зимами слепни задрали. Летают, летают, летают. Так, что еще рассказать? Да что больше рассказывать? Все, все, что видели, все, что мы нашли, вы видели. Ладно, следующие выходы будем смотреть. Дальше что думать? Думать, что смотреть, точнее. Все, что-то заговариваемся. Ладненько. Спасибо, что ходили с нами. Всем здоровья. Пока.